Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия – это единственный источник дохода. В 2018 году трижды увеличены пенсии. Их рост должен быть и в 2019. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире. И самое главное, ведь наши пенсионеры порой уходят в хорошем здравии из активной творческой работы, уходят на пенсию. Надо дать им возможность работать. Пусть работают. Это опытные, талантливые, способные люди, законопослушные. И этот человек до 75, а некоторые до 80, в здравом уме и могут неплохо работать. Надо им создать условия, и меньше будет жалоб.